Есть у русских такая традиция присесть на дорожку, чтобы успокоиться и ничего не забыть. Мы вам предлагаем сделать перед праздниками то же самое, чтобы основательно подготовиться к Новому году. Упаковка. Я надеюсь, что вы уже купили подарки. Теперь пора их упаковывать. Выберите материал. Здесь можно фантазировать. Ткань, упаковочная или крафтовая бумага. Ленточки, может быть, даже газета. Если вы выбрали какой-то серьезный подарок, не лишним будет добавить к нему всяких милых мелочей. Сладости – идеальное решение. Открытки. Хорошим дополнением подарка будет самодельная открытка. Во-первых, это креативно, а во-вторых, можно сделать ее под определенного человека. В ход пускаем карандаши, фломастеры, линеры. Можно использовать нитки, блестки, ленточки. Да, на самом деле, все что угодно. Итоги года. Хорошая традиция пробежаться по воспоминаниям уходящего года. Пересмотрите фотографии и видео, выпишите самые яркие моменты. Составьте список, чего добились в этом году, а что не получилось. Можно подготовить письма или сообщения благодарности тем людям, которые сделали вклад в вашей жизни. Ну и, конечно, пропишите цели на 2021 год. Закупка и готовка. Ну а теперь по магазинам за продуктами. Можно заранее приготовить какие-то мелкие закуски или напитки. Как вариант, научиться готовить глинтвейн. Нужен виноградный сок, цедра апельсина, корица, яблоко и изюм. Готовится он легко, а атмосферу праздника создает на ура. Новогоднее настроение. Ну и главный момент – это заранее зарядиться праздничным настроением. Если украшения, огоньки, песенки и все остальное вас не взбодрило, значит, устраиваем киновечер. И вот небольшая подборка для вас. «В поисках Санта-Лапуса» – фильм о милом пёселе, помощнике Санта-Клауса, поднимет настроение всей семье. «Эльф» – задорная комедия о том, как человек, который внедрился в ряды эльфов, пытается вернуть веру в Новый год, заставит каждого пропитаться атмосферой праздника. Ну и на сладкое, уже забытая некоторыми добрая семейная комедия «Санта-Клаус». История о том, что не так и легко оказаться на месте главного любимца детей. Если вы воспользовались нашими советами, значит, вы в боевой готовности и со спокойной душой можете ожидать Нового года. Всех с наступающим!